земля, открытая для доброго зерна. Благословенные руки ее пахарей, замасленные вытертые паклей. Благословенно утро человека, который вышел рано на заре и поразился в спаханной земле. За эту ночь его руками поднятой, но лишь сейчас во всем величии понятой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в очередной раз пройдет районный конкурс механизаторов «Пахарь-2016». И мы рады приветствовать вас на этом конкурсе! Завершился один из важных этапов жизни сельских тружеников – весенние полевые работы. Яровой сев в этом году проведен на площади 9586 гектаров, что на 420 гектаров больше прошлого года. В этом году увеличились площади посева яровых, зерновых на 277 гектаров и кукурузы на 320 гектаров. В оптимальные сроки и с хорошим качеством провели весенние полевые работы сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьино», закрытое акционерное общество «Васильевское», общество с ограниченной ответственностью «Русмолоко», отделение «Самотовина», «Константиновское» и «Торгашино», сельскохозяйственное производственное артель «Кооператив Кузьминский». В настоящее время сельскохозяйственные организации Сергиево-Посадского муниципального района завершили посевную кампанию и приступили к уборке многолетних трав и заготовки кормов. В зимовку 2016-17 годов планируется заготовить 42 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота. На сегодняшний день скошено 256 гектаров многолетних трав, заготовлено 800 тонн сенажа. На протяжении последних лет администрация муниципального района ведет работу по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий. В 2016 году планируется ввести в оборот по 4000 гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. На 1 июня введено в оборот 1815 гектаров, что составляет 45,4% от запланируемых. Проведение районного конкурса механизаторов после завершения весенних полевых работ стало хорошей и доброй традицией. Цель районного конкурса механизаторов – повышение престижа труда сельских механизаторов, привлечение в данную сферу молодежи и специалистов, совершенствование их профессионального мастерства, распространение передовых методов обработки почвы. Здесь собрались самые лучшие механизаторы сельскохозяйственных предприятий. У вас есть прекрасная возможность поделиться друг с другом опытом, взять что-то новое для улучшения своей работы. На сцену приглашается временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич, начальник управления сельского хозяйства и экологии администрации Сергиево-Посадского муниципального района Кончаков Иван Михайлович. Добрый день. Но сначала просто поясню о том, что глава на два дня уехал в командировку, поэтому, соответственно, я исполняю обязанности и по его поручению приветствую вас всех для того, чтобы сказать спасибо за ту работу, которую вы делаете, ну и пожелать, соответственно, лучших успехов. Не думаю, что сейчас есть смысл вот в такой импровизированной сцене там долго докладывать о том, что сделана администрация, какие планы еще будут. Мы стараемся. И еще раз спасибо вам за вашу работу. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и хочу огромное сказать спасибо всем механизаторам нашего АПК Сергиево-Посадского района. Ну, у нас здесь и гости присутствуют с Мытищинского, Пушкинского района. Поэтому низкий поклон всем механизаторам. То, что они делают, без их работы нам в АПК вообще больше ничего мы не можем сделать. А мы каждый год наращиваем обороты. И по вводу земель, и по пашне, и по... Сейчас больше сеем и зерновых, и кукурузы. То есть более технологичные делаем уже культуры, сажаем. И, соответственно, нам уже уровень развития и воспитания механизатора нужен с каждым годом совершенствовать и совершенствовать. В этом проблемы у нас никогда не было и на сегодняшний день нет.
И, соответственно, на этот праздник у нас собрались самые лучшие механизаторы. И победители поедут на областной уже конкурс, на котором мы тоже занимаем первые и вторые места. Всех с праздником, доброго здоровья, хорошей погоды и удачи! За своевременное и качественное проведение весенне-полевых работ 2016 года почетной грамотой главы Сергиево-Посадского муниципального района награждаются Леменько Николай Афанасьевич, управляющий сельскохозяйственным участком общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Ф». Давайте поддержим аплодисментами! Владимирович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Русмолоко», отделение «Константиновское». Дерда Николай Иванович, механизатор сельскохозяйственной производственной артели кооператива «Кузьминский».